Всем привет! С вами Игорян Промайн, и сегодня мы продолжаем проходить Майнкрафт с модами. Так, сегодня я собираюсь заняться тинкер-констрактом. Так, там, поделать кое-что. Ладно. Вот немного свою кирочку там. Добавил в нее лазурита еще. Так, я зачарил алмазный шлем на защиту 4. И все. Так, что я хочу... Что бы нам сделать? Я бы сделал манюлин. Так, ну, нам нужно 2 кобальта и 2 ардита. Угу. Я кобальт уже нашел. Но я хочу, чтобы вы это увидели. Он находится в аду. Так, прыгаем. Так. Вон я там его пометил. Сейчас этого убьем. Вот он. Это ардит. Да, вот он. Добываем его именно. Киркой там краб. Ой, там, блин. И стинкер констракта, потому что другой добыть нельзя. Давайте еще. Ай, зараза. Свинозомби. Ах ты ж. Свинья тут такая. Я убила насекая. А вот. Зараза. Сейчас я пойду его убью. Все, я этого гада убил. Давайте будем искать. Так, у нас есть один ардит. Да, это ардит. Да, это ардит. Нам нужно еще один ардит. И 2 кобальта. Что-то ничего не видно, я тут с факелом буду еще ходить. Так. Поехали. Ребят, я нашел кобальт, вон он. Там синеньким сейчас. Нужно убить. Я вроде бы 2 убил, да? Напугал, блин. Собираем левел для своего левела. Блин, эти свинозомби бесят уже. Добываем кобальт. Теперь нам нужно по одному кобальту и по одному ардиту. Ребят, прямо под этой горой, которую я добыл кобальт, есть еще один кобальт и один ардит. Я его возьму. Оп. Кобальт и ардит. Прям как нам надо. Так. Я думаю, мне уже здесь пока что незачем. Потом я сделаю меч еще. Ну да, да. Меч. Это будет все очень прикольно. Мы вообще не можем... Ай, ема. Нужно поставить. У нас уже... Так, нормально, сойдет. Сейчас разрубим. Я так вот делаю. Все, поехали в портал. Там все, мы дома. Ай, ну лагает, чё там, всё, отлагало. Я поставил здесь команду, чтобы когда взрывались криперы, блоки не разносились. Это очень прикольная команда. Так, ставим... Ой, я адский камень уже хотел. Ковальт. И ардит. Долговато, но... Придется подождать. А, еще что я сделал? Я еще сделал 2 книжные полки. Вот они. Вон, 2 книжные полки. Ну ладно, я к вам вернусь, когда все переплавится. Все.
все, почти все готово. Сейчас мы с вами посмотрим это все сверху. Как оно будет все происходить. Вон. Ордит синенький такой стал. Ой, ордит кобальт. И сейчас ордит будет. Вот такое вот фиолетовая у нас получилась штука. Так что идем за... Ой, не туда. Идем за паттернами. Берем это. Хотя, может, давайте сейчас меч сделаю быстро. Сейчас буду делать меч. Меч, все для меча взял. Да, для меча. Это ж круто. И выливаем формочку. Вот, у нас получается вот все так вот круто. Ордитовый меч, думаю, будет на все 100. Потом еще кирку сейчас еще зафигачим. Нет, не зафигачим. Хватило всего только на меч один. Ладно. Паттерны складываем. Так, этот вроде бы так они стояли, да. Короче, берем. Идем сюда. Tool Station. Убираем меч. И кладем все как надо. Все, у нас получился Broadsword. Вот, крутой меч. Я возьму для него алмазик. Стак лазурита. И пол стака ростона. Ну все, мне больше хватит ничего. Больше мне ничего не надо. Так, сейчас мы все сделаем быстро. Я к вам вернусь. Я все сделал. Идем в Tool Station. Так, кладем сюда меч. Алмаз. Вау. А, что, красную пыль, что ли, класть нельзя? Попробуем блок. Что за... Красную класть нельзя. А почему? Значит, вместо Ростона. Значит, вместо Ростона возьмем изумруд один. Сейчас я все вот так вот. Все. Это обратно. Так. Вот изумруд. А золото нельзя. Я просто уже не помню, можно золото или нет. Золото нельзя. Значит, возьмем один из них. Все, готово. Вот наш меч. Алмаз. Лазурит и изумруд. Да. Прикольно. Так, я здесь все разложу так. Угу. Сейчас. Кому? Я не знаю, кому полететь. На горе вроде бы собирается. Мобы нет. Они что-то не собираются. У меня вообще сложность нормальная. Это нормально, что сложность нормальная. Вот мистер Крипер. Крипер, как жизнь. А. Нет! Ай, зараза. Вот зараза, видите, блоки сами не взрываются. Нам нужна свинья. Свинья. Я обещал в этой серии найти ифритов, но я на них так и не тратился, так что я не хотел их искать. Нашел ордит и все. Ох ты же зараза! Я тебя побью. Куда, куда? Уровень надо подобрать мне. Уровень это же... Ну, что с этим, с мечом? Нашему просто надо... Да, ему нужно... Для
играть больше в лазурита просто. И на удачу. Будет удача. Сейчас мы это все сделаем. Так. Целых 7 блоков. Наш меч это. И... А, даже на добычу. На добычу, да. Сколько у нас там? 128. Прикольно. Тут что-то не видно, что он зачарованный, но тут он, видите, показывает. Вот. На мече это добыча у нас, а на кирке это удача. В принципе, все логично. Сейчас мы... Сначала я положу это сюда, расфасую. Сейчас идем с вами. Покажем ему... ты тоже мне здесь. Главный нашелся. Вот. Что-то ничего. Ладно. Меч ставим. Вот видите, сколько здесь мечей. Прикольных. Золотые, зачарованные еще. Так. Ставим теперь сюда, тут фасуем. Потом. А, здесь фасовать не надо. Так, я хочу зачаровать штаны. Видите, как я чарую? Видите, они тут уже потрачены. Их нельзя зачарить. Нажимаем на английскую О. У нас убирается вот эта вот вся менюшка. Нажимаем на ванилу. И все, у нас тут обычный Майнкрафт. Штаны выпали. Нет. Ух ты, это вообще была жесть. Так, зачарим их на... Ладно, так и быть, на 16-й защита. Потом переходим сюда. Сюда. Нажимаем на R. Прокачиваем защиту. Ну, это вообще прикольно. Нажимаем на E. Все, получаем защиту 4. Да, 4. Все, эта менюшка появилась. Видите? И... Как бы они даже починились. Очень прикольно. Зачаровал. Оп, и починил. Нормально. Уровень тратится, но ничего страшного. У меня был 27, сейчас уже 6. Давайте на наковальне попробуем. Хоп, хоп. Нельзя зачарить. Если так, то зачарит. А. Да. Нужно 7 левел. Ладно, возьмем этот левел. О, крипер со шапкой. Слайм. Скелетонский. Аюшки. Сдохни. Блин, там уже зомбаки. Там зомбаки там где-то курят. Ладно. Слаймик. Подохни. У нас новая шляпа. Оу, да. Как она выглядит? Что это вообще такое? Ладно. Обычная шляпа. У нас здесь уже столько вот стрел. Много, конечно. Так. Что-то я левел не заработал, конечно. Ну, плохо. А я хотел левел... Себя тут. Я же все фасую. Фасовал. Так. Забыл ставить. А, все, вставил. Вон он. Вот он наш. Левел. Все, 7 левел. Можно зачарить. Так, шелковая косынка не надо. Защита 3. Я ее потом сам защиту 4. Но я думаю, на этом мы закончим серию.
Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Игорян Промайн. Всем спасибо, всем удачи, всем пока!